среди кучи вот этого говна. Ровное отражение плюсового и минусового сигнала. Копаю. Бинго! Это золото! Женское. Вот тебе и факин... Молчу. Интересная диаграмма у него была. Иду дальше. Я продолжаю свой репортаж. С помойки. Среди многочисленных говносигналов есть еще один интересный. Копаю. И это 100 рублей одной монеткой. Какой же там год? 93-й. Нравятся мне такие монетки. Большие такие, тяжелые. Иду дальше. Мой репортаж с помойки ввиду светового дня подходит к концу. И, наверное, это последняя находочка, точнее, сигнальчик еще пока что, вот, который очень сложно было разобрать. Но если перейти на первый режим с минимальным усилением тока на катушку, копаю.
И это троечок. Год пока не вижу. Пока не вижу. 67-й. 3 копейки 67-го года. Ой-ой-ой-ой-ой, какая лысенькая. Бедняжка. Я уже минут 20 иду к машине. И еще один интересный сигнальчик. Необычен он тем, что... такую хрень показывает. Но если присмотреться, 69 ровно и выскакивает. Копаю. Даже не знаю, что это такое. Какое-то украшение. Чего? Почему? А главное, из чего? Непонятно. Что это такое? Я почти дошел до машины. Еще одна копеечка. Вряд ли, конечно, видно. Но еще немножечко осталось до машины. Иду. Кому-то на мотоцикле гонять, кому-то золото искать. В общем, тут смесь рядом лежащих сигналов. Но меня тут смутил дубль отражения. Копаю. Ну, в общем-то, это ключ. Советский. Коллекция. Ну что ж, иду дальше. И вот интересный сигнальчик. Вот такой здесь пейзаж. Thank you.
43 ровнёхонько копаю. Чтобы не отсвечивало. Как мне кажется, объект должен быть на поверхности. Ну, какая-то доска. Это пятачок какого года? 77-го года. Какой хорошенький. Хорошенький лежит пятачок. Отлично, иду дальше. Плотность сигналов на помойке, конечно, огроменная. Разбирать ее очень сложно, но продвигать очень медленно, можно что-нибудь нарыть. Тут думать нечего, копаю. Так. Ну-ка посмотрим, что нам тут приготовил брикетик. Брикетик, что нам тут приготовил? Вот она. Не старинная, но теперь уже ГКЧП. Рублей. Мне 92-й год. Веселенькая монетка. Отлично. Иду дальше. И как мне кажется, она здесь не одна. Копаю. Чуть никак не попаду. Ну, некоторые металлы действительно очень сложно попасть. Они дают отражение, которое очень сложно вычислить. Хоп! Итак, что у нас в этой замечательной кучке? Сейчас посмотрим. Текс, что нам приготовил дедушка Флинт?
Так. У. Неприятная неожиданность. 2 копейки. Тьфу, точнее. Какого же года-то? 2 рубля. Оставлю будущим копателям. Лет через 200 отроют, скажут: ё-моё, какая красивая, какая убогая, боже мой, разве можно такие монеты выпускать? Дорогие друзья, я продолжаю свой репортаж с помойки. И вот в кустах очередной сигнальчик. А почему в кустах? Потому что здесь могли надевать и переодевать трусики, дорогие мои друзья. Тридцать шесть, 39 копаю. И это 3 советских копейки. Сейчас посмотрим год. 70-й. Хорошенькое состояние. В песочке всегда хорошо сохраняется. Иду дальше. Хороший сигнальчик. Равнёхонько 46 копаю. Посмотрим. Вот она. Какие я люблю монетки. Большие, тяжелые. Берем-с. И тут же рядышком еще одна вылетела. 50 рублей. По-моему, я ее лопаткой задел чуть-чуть. Отлично. Очень странное отражение, но плюс 30. Вот и пойми некоторые вещи, копать или нет. Копаю. Блять, одно говно лежит. Ёбаный ворот, блять. Одни бутылки, блять. Пиздец просто какой-то. Тут люди все-таки какой вред планете Земля, бля. И это 2 копейки.
какой же год здесь? 88-й год. 2 копейки советские. Ха-ха-ха. Советские монетки я люблю. Еще одна душечка попалась рядышком. 80-й год. Пойдет. Вот на такой глубине. 3 копейки. 80. По-моему, 3-й год. И тоже вот я чуть-чуть ее царапнул. Очень глубоко была в камнях. Пойдет. Ходите туда, куда обычные копатели не ходят. И тогда будет что поискать.